установках бокового дефлектора 2D от компании Стрелка 11 2D, то есть плоский, на китайский Rolls-Royce или он же Хунце, и установка перед дается спиртовая салфетка, протираем вот эту хромую деталишку, она идет только по верхней части, и будем клеить сначала без хромовой вставки, просто черный. Снимаем с передней части защитную клеенку, одну вверху, одну вниз, с задней части снимаем. И начинаем установку передней двери в задней части, то есть поверх хромовой накладки и по боковой части. Зафиксировали и переходите к передней части. Видите, он еще в воздухе, у него защитная пленка. Не забываем, пока свежие все примагнитивается. И подходим к нижней части и приклеиваем. Потом снимаем защитную пленку потихоньку. Приклеиваем. То есть не надо сейчас сильно ничего нажимать. Вторая часть. Снимаем с передней части. Вниз вверх. Задней части. То же самое поверх хромовой детали по боковой. Если двери смещены, ну такое бывает, то надо клеить обязательно, чтобы они смотрели друг на друга. Слегка нажали, переходим к задней части, то же самое перекрываем хром, снимаем защитную пленку, как всегда берем крепочку и приклеиваем. Как видим, жесткость присутствует. Также есть третья часть. Для этого есть шаблон. Прикладываем его. Снимаем с третьей части защитную пленку. С передней части. Также с задней части. Хотя задняя часть не обязательно. И прям краешком удерживаю шаблон, вот так вот, по верхней части смотрим. И переходим в заднюю часть. Здесь самый кончик должен упасть на самую верхнюю точку хрома. То есть сюда. Теперь спокойно снимаем защитную пленку. После установки снимаем защитную пленку. Вот так она выглядит без хромовой накладки. We'll be right back.
Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя стрелка11.ru. Прямые ссылки на сайты товар находятся под видео.